Продолжается тестирование и дегустация новогодних салатов. Делаю пробные какие-то варианты. Вот, это сделала вчера. Здесь в духе оливье, он так и называется. Вместо картошки белая фасоль. Ну, короче, тоже ничего необычного. И здесь нет картошки, но есть огурчики и вот сухарики. Похоже на чифан немного. Это все делается, повторюсь, чтобы на новогоднем столе не было сюрпризов. Ну и чтобы сейчас как бы вкусно, мило, празднично кушать. У меня вообще этот год получился какой-то кулинарный. Из-за карантина, из-за вот этого всего стали заказывать продукты на дом. И я начала усиленно готовить, пробовать какие-то рецепты. Полностью изучила, освоила мультиварку. Вот сейчас даже некоторые покажу из сладенького, то, что снимала в течение года. Вадик, я снимаю, если что. Новый влогмас! Уже 5 декабря. Сегодня я даже немножко поработала. Ты сейчас в клинику, совсем недалеко, пофотографировать врачей. Ну, погода, как видите. Ни снега, ничего. Вот, а когда закончила, подошел Вадик, и мы вместе прошлись до парка леса, короче, Юнталовский заказник. Там я маленько побегала, мы пофотографировались, прогулялись, подышали свежим воздухом. В районе, недалеко от нас, есть Юнталовский заказник. Вот мы сейчас в нем. Слово, конечно, вообще, 27 лет жила, не знала такого слова, заказник. Здесь что-то типа леса, и там дальше, залив, какая-то часть залива. Лахтинский, правильно? Лахтинский разлив. Да. Лахтинский разлив, редакторы всегда со мной. Вот сзади меня Лахта-центр сейчас. Погода, конечно, так себе, я это уже говорила, но лучше, чем когда ветер прям невыносимый. Сейчас он выносимый. Как тебе мои салаты? Нормально, салаточ. Какие планы на Новый год? Поспать. Мы старые ребята, которым хочется уже просто посидеть немножко и потом в кроватку отдыхать. Идем по какому-то ужасу, по слизи.
Я уже, кстати, когда здесь гуляла, несколько раз отмывала ботинки с большим трудом. И именно здесь я себе и нарвала тех веточек. Как-то, кстати, нарвала. Нет, я их поднимала уже, которые были такие сухие. Ну, короче, я не травмировала даже деревья. То есть это мега-мега-мега экологично. Насколько я знаю, я не единственный представитель своего поколения, которые сейчас редко выходят из дома. И вообще такие домоседы, хикканы и прочее. Ну, поколение такое, нам ничего не надо, мы уже не любим, там, если те, кто чуть постарше, они любили еще тусить, клубиться, что-то такое, мы дома сидеть и все. Но, конечно, взрослая жизнь вынуждает тебя и быть ответственным, и работать, и что-то делать, однако все равно самое лучшее времяпрепровождение – это нахождение дома. Или вот какие-то редкие прогулки с друзьями, как у меня бывают, с мужем. И вот сейчас, 5 декабря, с 29 ноября я не выходила из дома. И мне даже не стыдно. Если бы мне, допустим, году в 2015 было стыдно за это, сейчас я понимаю, что я — это норма. А учитывая все, что происходит в 2020, с меня еще и пример должны люди брать. Я тот человек, который точно не будет разносчиком никакой заразы. Я сижу дома, и мне не стыдно за это. Потому что, повторюсь, во всех видосах я про это говорю, надо жить так, как хочется тебе. И не важно, кто что скажет, вообще не важно, кто что подумает, абсолютно. Вот и все, и мы снова в городе. Сколько он поднимается? Столько сила ветра. Но как именно он называется, Вадик не помнит. Это указатель. Уиндсдек. Да какой уиндсдек? Конус и ветра. И приблизительной скорости. Ветра указатель. Все было днище скорости 28 км в час. Полное раскрытие. Так что кругозор расширен. Вот. Эрудиция на подъеме. Вот так вот. Ты такой умный. Купил мне кофе. 100 лет не пила кофе. Соседних влогов. Мокко. Защёлка неудобная. Но вкусно, вкусно, вкусно. Ну, вкусно. Нормально. Горько, не сладко. И вернулись домой. Я планировала порисовать, но сейчас уже 7 вечера, у меня нет особо никакого желания. Точнее, у меня нет особо желания. Все-таки должно быть какое-то вдохновение. С творчеством вообще очень интересно. Когда оно становится рутиной, не в том плане, что скучным или чем-то обыденным, а когда все отработано, в смысле, что ты что откуда возьмешь, что все удобно достать, что очень легко организовать себе вот это рабочее место для творчества или там для съемки, для фотографирования. То есть, когда есть всякие переходники, когда удобно сразу все скинуть, обработать и так далее, тогда все легко и проще начать. Нет ничего. Нет никаких факторов, из-за которых ты будешь откладывать это действие подальше, потому что вспоминаешь, что да, сделать, и поэтому как бы ленишься и не хочешь начинать. Вот, в творчестве классно, когда отработана рутина, но есть еще все равно какое-то подобие вдохновения. Для меня вдохновение нечто другое. Это не когда ты просто насмотрелся картинок и хочешь там что-то повторить или чтобы или там что-то также воссоздать, а когда в тебе прям все силы вот так вот просыпаются, и хочется их выплеснуть. Но мне кажется, тот, кто чем-то занимается, меня поймет. И вот у меня сегодня этого нету. А заставить себя... Я просто знаю, что не буду стараться, буду делать тяп-ляп, а в последнее время, в скобочках год весь последний, я в рисовании нехило так продвинулась, я это сама замечаю, мне всегда приятно, когда мне это говорят. Но все потому, что я перестала делать тяп-ляп и абы как, а начала действительно стараться. Ну, короче, сегодня без рисования. Вместо этого я думала рассказать про книги. В прошлых логмусах я говорила про книги Хюгге, Лагом, вот это вот все домашний уют, вечера, чай, свечи. Я говорила, что мне вообще всегда этого недостаточно, и я читаю такое только зимой, и мне очень это важно и нужно, и это во мне пробуждает какие-то и новогодние настроения, и вот опять же то же самое вдохновение. Сейчас этого вообще нет. И мне кажется, все потому, что я преисполнилась всем этим. Я прочитала книг 20, наверное, и все, мне достаточно. Это как с минимализмом. 2014 года, 6 лет.
Уже вот сейчас 7-й пойдет. Уже давным-давным-давно не захожу, не читаю никакие паблики, никакие журналы, никакие там вдохновляющие картинки с минимализмом. Абсолютно ничего не ищу, не смотрю, потому что все. Я преисполнилась. Этого слишком-слишком много у меня, и мне не нужно... Точнее, я сама себе все это устраиваю, сама уже имею четкую картину представления там про одежду, стиль, дизайн, ну, в смысле, квартиры, интерьеры там и так далее, образ жизни, стиль жизни. И мне не нужно ниоткуда это черпать новое, потому что все оно сформировано, и дальше я уже следую, исходя из своих собственных каких-то, да, вкусов и принципов. И вот так же и с Хьюги произошло, то есть все, мне достаточно, и больше там, мне уже не нужны там ни советы, ни какие-то вот моменты для вдохновения относительно проведения зимнего вечера, там, с чаечком, вкусным ужином приготовленным и так далее. Я уже сама себе это все организовываю. Осенью, я уже говорила, я действительно прочитала много самоучителей по рисованию, скетчингу и так далее. И вот в декабре, точнее, к 1 декабря у меня были скачаны из художественной литературы, которую я собралась вместо Хьюги и Лагома и всякой такой бильберды читать. Это Мария Парр «Вафельное сердце». Это Ребекка Дафны Дюмарье. И Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». Вот «Тринадцатую сказку» я уже прочитала. Она про сотрудницу книжного магазинчика небольшого. В конце книги наступает Рождество, вообще она где-то на месяц растянут сюжет длительностью, то есть на декабрь. И тем, у кого есть братья и сестры, если близнецы, то так вообще, короче, им эта книжка 100% понравится. Мне она понравилась, потому что я не помню, когда последний раз читала детектив и что-то такое завораживающее, больше похоже на роман, но это не роман, в общем, что-то вот детективно такое увлекающее. Поэтому вот эта книжка просто вот под начало декабря великолепна, и я бы ее даже посоветовала. Я уже раньше говорила, что я электронный читалец, и у меня либо планшет, либо телефон. Бумажное — это, опять же, это вес, это какое-то нагромождение в квартире, это надо где-то хранить. Минимализм, не могу себе позволить такую роскошь. Ну и без книг уже свою жизнь представить не могу. Когда интернет — это неотъемлемая часть твоей жизни, и ты утопаешь в этих трендах, в Ютубе, ну вот, слава богу, в ТикТоке у меня аккаунта нет, и я его никогда не заведу. Ну, в общем, вокруг столько информационного хлама и шума, и некачественного вообще никакого контента, что для меня очень важно продолжать чувствовать себя образованным, развивающимся, интеллигентным человеком. Просто для того, чтобы мозг как-то стимулировать и развивать. Очень сильно я хотела какие-нибудь конусные маленькие елочки. Сначала я думала сделать из клея ПВА и ниток, когда тоже делается картонный конус, все это в клее вымачивается, обматывается, и он сохнет. Опыт был неудачный. А я терпеть не могу самоделки, какие-то вообще поделки, и что-то, какое-то декорирование, которое включает в себя
много сложностей. Самое то, что мне по душе, это перекрасить что-то в белый, белым акрилом, или вот слепить, пек-пек, и готово. И когда здесь я поняла, что, точнее, с теми, которые с нитками, я поняла, что все, я не дождалась, пока оно высохнет, и изначально у меня был вообще не клей ПВА. Ну, короче, все было сделано неправильно, я уже такая, ладно, черт с ним. Но я так их сильно хотела, что спустя какое-то время я додумалась сделать все-таки эти конусы точно так же из картона и приклеить к ним двухсторонним скотчем просто мятую белую ткань, так же, как и крафт, который вот там. Вот. И облепить звездочками. Звездочки у меня уже были. Да, они очень старые, просто был мешочек в Ашане, купленный за 50 рублей разных звездочек. Их еще осталось там очень-очень много. Вот это действительно было сделано легко, быстро, всего за час. Ну, там я процесс, какие-то кусочки процессов показала вам. Все из-за того, что мне стеллаж, который напротив елки дивана, оказался сильно пустым. То есть свечки свечками, но хотелось, чтобы была какая-то возвышенность. Вот. Ну и на кухне у меня появилась гирлянда над раковиной, я тоже ее уже показывала. Живем здесь 5 лет, ни разу не додумывалась так сделать, не знаю почему. Но в этом году зато уютно, и свет надо меньше включать. Это уже вторая партия, то есть это следующие 2 килограмма. И хотя они здоровые, они сладкие. Они такие кисленько-сладкие, прям идеальные. Идеального вкусового сочетания. Какие еще нужны влогмасы? Конечно, в которых люди просто едят мандарины на камеру. Это и есть Новый год. Вот еще можно сделать такую офигенную гирлянду из этой кожуры. Вырезать из нее там кругляшки или звездочки. На ниточку прицепить или просто какие-то игрушки сделать. Но сейчас уже я не буду. В следующем году попробую. Что с кольцами нарезанного апельсина, что с кожурой, что-нибудь придумаю. У кого-то самого красивого сегодня совсем было мало. Ну все, уже хочется отдыхать, ложиться. Покушала, поделала все свои дела, почитала, посидела в телефоне, поиграла в Нарнию. Офигенно зимой играть в Хроники Нарнии. Ближе к Новому году обязательно буду играть в Chicken Invaders, плюс мне еще в Симсах надо строить зимний домик. Я ребенок еще, мне скоро 30 лет, но я, опять же, я уже говорила про свое поколение. Вот, пожалуйста, напишите, если вы тоже это чувствуете, что вы ребенок в теле взрослого человека. Хотя что там? Это все чувствуют. Всегда, все поколения, все века с начала существования времен. Ладно, буду прощаться. Единственное, перед этим я забыла, надо было еще в первом влогмасе это сказать. Я впервые сделала свой календарь на 2021 год со своими снимками и самыми любимыми цитатами, которые я использовала в паблике своем, на который есть ссылка всегда в описании. Просто полностью мое творение. Конечно, наилучшим образом он подходит для распечатывания и вешания на стену. Я не особо продумала, как его использовать в электронном варианте, но вдруг, если вас это заинтересует, я оставлю ссылки для скачивания сразу внизу под роликом. Так сильно ждала декабрь, а вот уже и первая неделя декабря подходит к концу. Уже все больше людей украшают свое жилье, у меня есть уже и друзья, и знакомые, кто украсил квартиру. Я реально каждый год раньше всех. Я не знаю людей, кто бы раньше меня это делал из моего окружения. Совсем-совсем скоро Новый год. Как всегда, спасибо, что смотрели и смотрите. Желаю вам много уюта и удовольствия от этого месяца. Всем пока!